Друзья, у нас экстренный выпуск. У нас очень тяжело ранена собака. Ее нашли электрики МЧС, выезжающие по аварийному вызову. Ребята привезли собаку срочно в Елец, в клинику. Иву занесли и положили на стол, но им сказали, что клиника закончила свою работу, она заканчивает ее в 4 часа дня, и попросили собаку вынести обратно. Ребятам ничего не оставалось, как вынести собаку и положить перед клиникой на газон. Мне очень понравилось, что человек, совершенно случайно увидевший эту собаку, предложил помощь. Его зовут Владимир. Его девушку, Алена. Они не побоялись расстояния, погрузили собаку и повезли. И таких людей много. Настоящих, открытых, отзывчивых, готовых помочь. Кто-то помогает, переслав 100 рублей, кто-то 1000. Кто-то, потратив свое время на то, чтобы просто довести животное, где ему могут оказать помощь. Эми повезло. Сначала она встретила 2 мужчин, которые забрали ее и довезли к клинике. К сожалению, работа не позволила им повезти ребенка дальше. Но на их место тут же пришло 2 других людей. Молодая пара. Обычные, нормальные, человечные. Такие, какими должны быть люди. Они довезли малышку в клинику к Сергею Баркову. И ребенок очень быстро сейчас получает медицинскую помощь. Если бы она осталась еще хотя бы на 2-3 часа на улице, она просто истекла бы кровью. Мне позвонили и попросили помощи. Я сразу обратилась к Баркову. В ответ получила 2 слова. «Привозите». И потом мне, усмехнувшись, добавили: «Валентина Анатольевна, врач у нас я, но вы умудряетесь резать меня без скальпеля». Друзья, я искренне благодарна Сергею Баркову. Он удивительный человек и потрясающий хирург. Но у нас страшный долг перед клиникой Баркова. И как бы он ни хотел нам помочь, он не может тащить на себе целый приют и оперировать его бесплатно. Хотя скидки нам делают огромные. Просто поток, ребята, вы сами видите, поломанных, искалеченных, у нас почти непрерывный. Люди, я обращаюсь сейчас к вам, ко всем, кто откроет этот ролик и прочтет мое сообщение. Скажите, мы же люди, люди. Я прошу у вас 100 рублей. Прямо сейчас, пока вы смотрите этот ролик, я прошу у вас 100 рублей на операцию собак. Пожалуйста, у нас очень много сейчас животных, которые долечиваются, которым предстоит повторные операции по удалению вставленных пластин, спиц и прочего. Я обращаюсь ко всем людям. Представьте, что я стою рядом с вами и смотрю вам в глаза. Я просто хочу спросить, вы можете мне помочь? Я ведь не себе прошу. Я прошу, помогите им, пожалуйста. Но невозможно терпеть такую страшную боль. Невозможно, ребят. Я обращаюсь к вам от имени этих искалеченных зверей. Помогите утихомирить их боль. Помогите и дайте им шанс на жизнь. Помогите, пожалуйста. Будьте людьми. И пусть Бог вам поможет. Я не знаю, верите вы или нет, но что-то в этом мире есть, что смотрит за нами и помогает. И оценивает. И возвращает. Я прошу вас, знакомые и незнакомые люди, заглянувшие на страничку помощи бездомным животным, к
К вам обращается лохматая душа со своей очередной болью. Я прошу у вас экстренной помощи. У ребенка сейчас тяжелое состояние. Ей требуется переливание. И уже отправлена машина, чтобы привезти донора. Новости об Эми я продолжу показывать в следующем ролике. А сейчас, друзья, будем надеяться, что, сделав переливание, ребенок переживет ночь. Врачи сделают все, что могут, все, что в их силах. Остается надеяться только на силы самой девочки. Кто может, ребята, помолитесь и попросите для Эми помощи. А я прошу вас, доброго всем здоровья и не дай Бог вам столкнуться с болью. Наш донор Буря осталась в стационаре. Если потребуется экстренное переливание крови, она под рукой. Это такая своеобразная защита на всякий случай, если вдруг Эми станет хуже. Врачи сделали все, что могли. И сейчас надежда только на силы девочки. Легкие получили сильный удар, поэтому малышка всю ночь будет на кислороде. Друзья, врачи действительно, в частности, Сергей Барков, сделал все, что мог. Теперь наша с вами очередь. Вы готовы нам помочь? Если готовы, друзья, я жду ваш отклик и благодарю за него. Этот ролик жесткий, но я очень надеюсь, что Эми переживет эту ночь, потому что за ее жизнь сегодня боролось так много людей, забывшие о времени, о проблемах, вложившие всю душу, нервы, напряжение, боль. Боль своих сердец. Сегодня столько народу откликнулось, чтобы спасти и помочь. И я надеюсь, мы сделали все, что в наших силах. И надеюсь, что сил с Эми хватит. И я прошу вас, друзья, теперь ваша очередь. Ваша очередь доказать этому миру, что добро у нас с кулаками, и мы можем ответить на зло. И что мы готовы ему противостоять все вместе. Ваша поддержка, ваш ответ, злобе этому мира. Вам решать, друзья, на чьей вы стороне. И пусть это всего лишь один из сотен случаев с болью животного. Но каждого из нас проверяет на человечность именно такая обстановка. Когда требуется задать себе вопрос, кто ты и что тобой движет, злоба или доброта?